Я тут еще. Да. У нас всегда есть этапы жизни. Угу. Я хочу поздравить нашу сестру с определенным этапом ее жизни. У нее был день рождения. Это, ну, юбилей, знаете, мы живых их юбилей. Да, да. Спасибо за детей, которых ты воспитал. Знаете, апостол Павел четко описывает, какими должны быть вдовы. Я не говорю о сестре как о вдове, но мы как верующие должны быть каким-то примером. И я хочу сказать спасибо за детей, которых ты воспитал. Сегодня мы еще раз хотим поздравить тебя с днем рождения. Это важнее, чем семинар. Это все. Пусть Бог тебя благословит. Я верю, что твой приход в церковь стал благословением для нас. И за это благословение тоже хочу поблагодарить Бога. И хочу попросить архиепископа, чтобы он просто за тебя помолился. А то, что он просто сделает, у Бога будет все естественно. Можно я? Давайте помолимся. Спасибо большое. Слава Богу. Давайте мы прострем руки на сестричку. Да. Господь, благослови свою дочь Мира во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, нашу сестру, Боже, и поздравь ее. Я знаю, что у тебя есть, Господь, больше даже того, о чем мы просим или о чем мы помышляем. Боже, для своей дочери сегодня во имя Иисуса Христа. Пусть твои ангелы принесут, Господь, эти благословения, Боже, в ее судьбу, в ее жизнь, Господь, и да прославится Твое святое имя. И в ней, и в ее доме. Аминь. 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 Слава Богу. Да, а здесь сестра Нина. Нина, где? Да, вы идите сюда тоже. Я сначала хотел поругаться, а потом думаю, нет, она пришла без палочки. Уже есть прогресс. Аллилуйя. Когда наша сестра стала, начала ходить сюда, идите к нам. Она ходила, она вообще не ходила. Но сегодня, видите, она первая. Можно я вас отметить? Она ходит уже без палочки. Смотрите, Бог для вас приготовил туда. Ко мне вы примите. А это совсем другой эмоций. Ему больше доверяют. Вы слышали, какие сервисы есть вещи? Вы хотите, чтобы он на вас принял? Все, видите, ко мне вы не ходите, а к нему пришли. Православная душа. Православная душа. Шутим. Так, и вас. Самое главное, конечно, знаете, что больше сам Бог в вашей жизни совершил это чудо. Мы молимся. Так, кому еще вас, нужна молитва, пока тут архиепископ? Вместе с, вот, со всеми собравшимися молимся. Но и поливающим, и сождающим, что Бог все расчищает. Спасибо тебе, Господь. Благослови, Господь, пусть в жизни сожжет чудо Божие, Иисус Христос, и в страх, и в веру, и в душе, и в духе, и в Иисусе. Благослови, Господь, святитель. Ранами Иисуса Христа мы исцелены. Ранами Христа мы исцелены, благословлены кровью святой и Богу. Аминь. Благослови для вас. Уже идите ровно, уже исцелены. Молодец. А левую руку выше поднимите. Так, кто еще хочет, чтобы за него помолить? Давай. Алекс. Алекс. Это вы уже. Он разговаривал 12 лет. Thank you.
наша Алиса. Это наша семья. Да, это да. Диана, это ее жена, и да. Это их дочь. Благослови Господь. Пользуйтесь с миром. Благослови Господь. Слушай, Боже, Господь. Твоя благодать прощает. Господи, лица, Боги, Аминь Иисуса, Володь, тебе меня приглашать надо, тебе не надо. Поможете мне или с этим? Бери дружину, підходь, чого ти стоїш? Колочка. Наталочка, дружка. Алекс.
Да, 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 да.